Доброе утро всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 19 января 2023 года. Мы уже с вами приехали к морю. Вот, на море все спокойно. Шторм не такой сильный, как вчера. Не знаю, если там люди, купаются ли уже на крещение. Сейчас спустимся, будем осматривать обстановку пляжей. Если там полиция патрулирует сегодня пляжи для того, чтобы люди не купались. Ну, короче, сейчас все посмотрим. Была сегодня с утра тревога. Разбудила всех одесситов, но, слава богу, никаких взрывов не слышно было. И, ну, соответственно, никаких прилетов у нас нет. Все хорошо. Я на связи. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. До встречи, всем хорошего дня, всех с праздником, всем мира, всем добра. Пока.